Дода, посмотри на меня. А у него есть какой-нибудь уменьшительный ласкатель? О, да. Как у меня Донзарин. Принципиально не любят все эти вещи. Красавчик. Так, это у нас дамское седло. Такое стремя красивое. Вот у нас рога. Сейчас мы с другой стороны покажем, что стремени у нас нету. Да. С этой стороны. Это кармашек для... Это для бутербродов. А, это мы на уход уедем. На уход и, наверное, пистолет. Так, теперь покажи себя. Принцесса наша. Тут есть особенность у данного вида амазонки. Это то, что можно сесть по-мужски. Есть пуговки специальные. А, сзади. Мужское седло. Есть специальные штучки вот такие вот. Для вокруг. Для того, чтобы на ножки одеть и не улетала юбка во время езды. Красота. Нужен либо мужчина для того, чтобы садиться в дамское седло, либо используем ступенечку. Нет, ты в прошлый раз справа поставила. И присаживаемся вот таким вот образом. Оп, элегантно. Теперь перекидываем ножку. И поправляем ее. Палочка у нас замена второго шенкеля, да, правильно? Да, да. Вот она. Сейчас я посмотрю с той стороны, что у нас вместо шенкеля у нас хлыстик. Он... Еще были раньше такие специальные хлыстики, повторяющие как будто бы женскую ножку. Они с такой ножкой на конце были. Давай. Мы будем прыгать? Ну, после того, как разомнешься, понятно. Если можно, вокруг меня пошагайся. А теперь разворот, и я с другой стороны сниму, как это выглядит.